Так, неужели... Ага, я камеру вроде бы включил, да? Ага. Да неужели включил? Всем привет, дорогие друзья, с вами снова я, ваш дорогущий друг Ликс. Ребята, сегодня я приехал с Германии. Ребята, прям я был в Берлине, ребята. Смотрите, что я успел купить. Берлинский пончик, 6 штук, ребята. Молочный шоколад. И также гумми-бёр, грин-эппл, зеленое яблоко, ребята. Мы сегодня очень много, столько чего нам купили, ребята. Так что не леняйтесь смотреть. Сегодня мы это отнесем домой. И наконец-то, да, ребята, извиняюсь, конечно, что у меня долго не было роликов. И, ребята, переходи по ссылочке в описании и слушай трек «Москва», ребята. Это я что-то... Я здесь окно вытащил. И слушай трек «Москва», ребята. Ведь потому что у меня вышел новый трек. «Внучок» и «Москва», ребята. «Внучок» пока ожидается лицензия, ребята. Однако трек «Москва» мне удалось успешно лицензировать, ребята. Так, давайте-ка этот... Посмотрим FPS-камеры. Ой, слегка так мало. Давайте-ка что-нибудь перестроим настройки. 145, 151... Так, отлично. Давайте-ка положим это все. Ребята, вот сюда. Это наш. Это, ребята, это прям оригинал. Это прям в Германии, ребята, это оригинал. Гумми-бер, вот гумми-бер же есть. Его недавно привезли, ребята. Его недавно привезли. Ой, а что здесь случилось, в принципе-то? Ребята, давайте-ка посмотрим дома. Я его вроде бы слегка улучшил, ребята. Кстати, я открыл проход к доступу к антенне, ребята. Теперь я могу антенной своей управлять, ребята. Давайте-ка, вот смотрите. Ловитель связи телеканалов. Вот это мы включаем. Ребята, вот. Вот так настраиваем, ребята. С помощью этого ты можно даже, блин, можно починить даже эту антенну, ребята, с помощью этого. Это настройки управления антенной. Ребята, также у меня есть свой склад. Я забыл его переименовать. Генератор написал. Вот здесь у меня вот это запечатанный, ребята. Запечатанный дубовый ящик. Я его уже не смогу открыть. Даже если я его сломаю. Хотя у меня где-то был молоток. У меня где-то... А, у меня в мастерской был вроде бы молоток. Молоток я не нашел, ребята, но зато нашел лом. Я нашел свой вот такой, смотрите, красивенький лом. Ребята, кстати, можете меня заскринить с этим ломом. Вот так. Давайте. 5, 4, 3, 2, 1. Все заскринили, надеюсь, заскринили. Заскринили, ребята. Давайте-ка. Панк! Сломали! У нас, ребята, есть с вами кристалл Энда и рамка. На нее мы поставим эту кристалл Энда, ребята. Можно вот так с ним играться, короче. Вот так. Ладно, давайте-ка вернем его. А если мы его вот так... Он все равно, ребята. Давайте-ка его вернем. Вот так. Давайте-ка что-нибудь сделаем с этим. Рамка. Вот, ребята, нормально. Вот так он нормально стоит, ребята. Пускай это будет как символ дома. Типа я здесь живу. Однако я лом предлагаю положить на место и снова посмотреть FPS-камеры. О, уже нормально. 170, ребята. Видеокарту моей камеры... моей старого телефона камеры... AMD Radeon R7 200 Series. Да, ребята, что-то слегка маловато. Ой, мастерская же, мастерская. Так, ребята, у меня она где-то вот... Я вот сюда его положу. Блин. Хм. Давайте-ка вот так. Ладно, ребята. Я его вот здесь взял. Он у меня в печке валялся. Я не знаю, по какой глупости я его там оставил. Давайте-ка, ребята, больше туда не ложить. Положу-ка я обратно лом сюда. Хотя, стоп. У меня инструменты находятся вот здесь, ребята. Поэтому мы его поставим. Однако забыл предупредить, ребята. Не забудьте подписаться на меня.
Да ёшкин. Да что ж такое? Эти окна ломаются, блин. Спадают, ребята. Давайте-ка выйдем на улицу, на свежую улицу, на свежий воздух. Я эти окна поменяю. Смотрите, их легко вытащить просто. Их просто легко вытащить. Ребята, давайте-ка мы пойдем посмотрим, что с улицы, как у нас все. А где жители? Все замерзло. Ребята, не-не-не-не-не, что так холодно-то? Я курточку одеть хочу. Я курточку пойду одену. Сейчас я найду, где моя куртка. Моя куртка, моя куртка. У-у-у. Ребята, 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 ребята. Так, ребята, я одел куртку. Я одел куртку, ребята. А вот она моя курточка. Вот посмотрите, какая она. Какая же у меня прикольная куртка. Ребята, просто скриньте. 5, 4, 3, 2, 1. Надеюсь, заскринили. Так, ну мы выйдем на улицу, ребята, и посмотрим, что как здесь. Вижу, елочку кто-то нарядил. Блин, ненавижу это я. Блин, надеюсь, не проснется этот Паул Джонсон. Он сказал, вроде бы не проснется, ребята. Так, елочка у мэра, вроде бы елочка здесь. У него красиво здесь все расставлено, ребята. Так, мой урожай, конечно, вот так, картошка. А это что? А кто табличку сломал? Надпись, табличку. Кто табличку здесь разломал? Блин, я понять не могу. Ой, ой-ой. Кажись, это заброшка теперь. Что? Какого черта? Что случилось с этим домом? Куда жители пропали? Ребята, что это, я понять не могу. Какого черта? Я понять не могу. Нет. Так, Лик, спокойно. Ребята, я понять не могу. Что это? Как понять это? Здесь урожай. Получается, арбузик у нас. Арбуз. Ладно. Ну, хотя хоть что-то, ребята. Так, здесь у нас вот так, здесь вот так. Так, я что-то понять не могу. Дом тусовки, дверь открыта. Да, дверь открыта. Куда все подевались-то? Я понять не могу. Что случилось-то? Не, ладно, ребята, давайте-ка пройдем подальше и посмотрим, что у нас... Ой! Ребята, что это? Что это? Я понятия, если что, не имею. Но! Какого черта у нас это в деревне? Не, мне, может быть, кто-нибудь объяснит, что это такое? Почему у нас в деревне что-то... вот так все... Я не пойму, что случилось. Кто вызвал эту дуру? Кто вызвал эту дыру-то? Овечка, ты поймешь хотя бы хоть что-то? Понятно. Психанутый. Так, ребята, давайте-ка просто пойдем дальше, ребята. Я понять не могу, что это за дыра. Может быть, мне кто-то объяснит? Я опять случайно камера настройки открыл. Так, что-то вообще-то неинтересно мне. Мне как-то что-то неинтересно. Мне даже никто не объясняет. Ну, привет. Кто это сказал? Это я. Подойди к камину. К какому камину? Где ты? Что ты? Что ты такое? Где ты? Гриб. Ты не туда. Иди к камину. Приближайся. Я тебя зову. Пожалуйста, приди сюда. Никто мне помочь из жителей не мог. Так что прошу тебя, помоги, пожалуйста. Подойди к камину. Зачем? Ну ладно. Давайте-ка подойдем. Еще ближе. Да ближе, если я подойду, у меня сейчас руки, у меня штаны сейчас горят. Ну подошел, жарче становится. А теперь оглянись и посмотри, почему везде все пусто.
Я не знаю почему. А ты посмотри наверх. Зачем? А ты посмотри. В смысле, ладно, сейчас. Хорошо, ребята, давайте-ка посмотрим, что же там. А там. А! Господи, что это? Это я. Но не только я. Сейчас. Я покажу настоящее лицо. Ой, господи, что это? Я понять не могу. Это я, Пепел. Я тебя когда-нибудь утащу в ад. Ты не поймешь, что такое настоящее. Ты друг Пол Джонсона. Но я его тоже заберу. Я намного сильнее. Я демон. Убирайся отсюда! Ребята, я понять не могу. Не-не-не-не, нужно бежать. Нужно бежать. Стоп! Я проваливаюсь! Я проваливаюсь! Что это? Что? Нет! 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 Ну, привет. Ты в моем логове. Я закрою этот проход. Точнее, я его уже закрыл. В смысле? За что? Как это? Почему? Кто ты? Ребята, я понять не могу. В общем, такой короткий ролик сегодня был. Ой! Я тебя утащил. Это было гораздо проще, чем я думал. Ну а теперь, паренек, держи. Нет! 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 Ты призвал меня. Это твоя вина. Спустя 1000 лет хоть кто-то меня призвал. Хотите продолжение? 5 лайков и продолжение. Дыра появилась, не знаю из-за чего, но есть в этом причина. Причина побега жителей из деревни. Ликс последний, кто оставался в деревне. Ну а теперь мы не знаем, где находится Ликс. Сейчас государственные радары смотрят на нашу деревню извысока и пытаются хотя бы найти хоть одну живую душу. Но все бесчетно. Поиски Ликса объявились через 6 часов. Существо после попадания в кадр мгновенно просто исчезло. Понятие, где находится Ликс, неизвестно. Но кто-то еще надеется его найти. Всем пока. Государственный радар! Государственный радар! Государственный радар сообщает о том, что ни одной живой души не было найдено. Произошедшее случилось недавно. Однако время заснятия было 14:27. Это была последняя капля. Никакой живой души не было. Пошлите еще один вертолет. Пускай посмотрят. Сэр, бесчетно. Произошло это 2022 год, 12. Точнее, 2022 год. 22 декабря. Однако некоторый урожай смог поспеть. Это новости.
В следующий раз пошлите другое что-то. Отбой. Мы улетаем. Расследование дела будет потом. И они улетели. Далее мы будем сейчас что-то другое искать. Ну ладно, ребята, это уже перебор. Всем удачи, всем пока.